Стали известны первые лауреаты Нобелевской премии этого года, победители в области медицины и физиологии. Их имена объявил секретарь Нобелевского комитета при Каролинском медицинском институте в Стокгольме Томас Перельман. Нобелевский комитет в Каролинском институте сегодня решил присудить Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2019 года совместно Уильяму Келлену, сэру Питеру Рэдклиффу и Грегу Семензе за их открытие того, что ощущают клетки и как они приспосабливаются к различной степени доступности кислорода. Доктор медицины Уильям Келлен, профессор Гарвардского университета, сэр Питер Рэдклифф ведет исследования в Оксфорде, а Грег Семензе, известный США педиатр, работает в университете Джонса Гопкинса.